того, чтобы сделать глазурь, мы берем яичные белки. У них много после приготовления теста. Ну, пусть будет 50 грамм. И сахарной пудры должно быть по весу ровно в 2 раза больше. Можно добавить немного ванилина. Ну, конечно, не весь пакетик, а так чуть-чуть для аромата. Ну, а дальше все обычно. Взбиваем миксером до крепкой пены. Смотрите, я взбила белки до состояния, когда они держат форму, чтобы они не растекались. И хочу сделать такие вихрастые макушки. А следующим слоем потолще я буду делать такие мазки. Смотрите, наделала вот таких красивых волн на поверхности. Сейчас не буду ничем посыпать. Хочу, чтобы они немного подстыли. А потом хочу посыпать орешками, может быть, вяленой клюквой. Посмотрю. Ну, то есть какой-то будет такой натуральный красивый декор.